Просто такой момент, что это те его слова, они стали своего рода сенсацией, учитывая, что у вас всегда, как всем казалось, были очень хорошие отношения, ну, там, и А прочее, почему прочее. для вас это сенсация? Ну, я уже сказал, Ну, прочитай. потому что мы все думали, что у вас с ним отношения А сейчас исключительно почему вы хорошие. думаете, что их нету? Показалось, что слово «проект UFC», но оно не совсем комплементарное. Может быть, это ошибка просто. Потому что вы чемпион UFC, а не проект UFC. Не, ну я понял. Но я и проект UFC, и чемпион UFC. А вам почему это так тяжело? А, ну, мне просто кажется, что чемпион и проект, вот я учился на филфаке, это разные слова, и, ну, вас можно называть чемпионом UFC, бывшим бойцом UFC, Мы уже назвал меня проектом чемпионом. UFC, ну, мне казалось, что, может быть, не совсем правильно называть, возможно, я Но он же ошибался. назвал меня чемпионом. Да, и Ну, проектом тоже назвал. что, я не вижу оскорбления в проекте. Ну, вот это хотелось уточнить как раз. Но я никаких оскорблений не вижу. А можно еще одно уточнение? А приятно, что Рамзан Ахматович вот настолько следит за вашей карьерой, что не только знает вашу статистику, но еще и знает, что Эли Квинта там занимался риэлторским бизнесом. То есть, что он настолько погружен, в детали. Я думаю, что это не детали, об этом же все писали, так скажем, недоброжелатели, которые хотели снизить мои заслуги. Ну, это, я думаю, что в большей степени это касается вас, вы же это писали. Вы же это публиковали, и везде в СМИ это было. Правильно? Я же Да. точно так же, как и его высказывание, я же точно так же про риэлторство же тоже читал. Правильно, да? Но хотя на тот момент, когда он дрался со мной, это был 2018 год, у него было 5 побед, и он не проигрывал последние 5 лет. Это никто не учил. Ну, Почему тоже писали? писали, да? Да. Ну, я не прочитал просто от вас.